2022 год, 24 января, ребенок с диагнозом, одна полушария полностью атрофирован, замещен кистозно-атрофической тканью, и вот ребенок пострадал судорожным синдромом, и одна конечность очень плохо работала, всегда был в спастическом состоянии. Bizde kaçadan beri davalayaslar? Üçüncü. Третий месяц у нас лечится. Шестой раз к нам обращается за консультацией. Какие изменения, давайте узнаем. Узбекче гапырсам, демек, мияны бір таманы толық чығып, емірліп, чандығы суге алмашкен. Bemorni bir oyog'i bir qo'li yaxshi ishlamasdi, qo'li doim yopiq holatda edi. Hozir mana 6 oydan beri bizga demak keladi. Mana nimasi? 6-chi kelishi, 6 oydan beri 6-chi kelishi va nima o'zgarishlar sezyapti? Xulosasini o'qiymiz. MRT признаки дискинезии мозолистого тела, участки кистозно-рубцовой атрофический дегенерация лобно-теменных височных областей левого полушария головного мозга с асимметричной внутренней вентрикуломегалией, МРТ признаки гиперплазии левой средней мозговой артерии, кинкин внутренних сонных артерий справа. Хоп, баланы за коронища. Хоп, нема узгарыш балада, нема шикоят бланки гандина. Ваши научники? Какими жалобами к нам первый раз поступили? И когда? Хачан бірінші марта бізге келгенсіздер? Үш ай болды ма, төрт ай болды? Октябрьда. Значит, төрт ай болған болар. Четыре месяца тому назад первый раз к нам обратились. Нема шикоят болады? Қатты-қатты гапырады. Алдын көзі. Ketgani bilmadim. Ha, ko'zi ketib qolardi bir tomonga. Tashqarigami, ichkarigami? Ichkari. Сходящаяся коса глаза был. Еще. Keyin qo'li. O'ng qo'li ishlamasdi. O'ng qo'l oyog'i yaxshi ishlamadi. Левая, правая рука и правая нога плохо работал. Oldin bilinarmidi? Oldin yurganda oqsoqlanardi, qiynalardi. Сейчас говорит, нормально ходит, уже незаметно говорит. Раньше с трудом ходил, сразу было заметно. И қолы ochilmasdi. Ko'p yopiq turardi. Hozir ushlang desak, ko'tarib narsa. Qo'l ushlab, qani ushlasin. Рукой никакой предмет, сейчас вот держит. Сейчас сам не держит, но если отдать, то держит и не бросает, говорит. Я на мозгары шла. Юргузу берите, пусть походит чуть-чуть. Ханя, обкачи телефон. Обкачи. Ой, молодец, ой, молодец. Вот, ой, рахмат. Спасибо, рахмат кетта, рахмат. О, молодец. Вот сейчас мне принес ручку. Менге ручка на обке беру. Я не знаю, что я решила, я что могу. Много плакал, очень был капризный. А сейчас капризность ушла, и по плачевность тоже уменьшилась. Я тухтадам бутыли. Камайда. Kula aklıyamı şey yaptı. Ne işte söz yapır bu oğlu? Köp yaptır ama narsan düşündürüp yaptır. Начал говорить, начал объяснять. İntelek вырос. İntelek сап, сапın bu метрсін. İntelek вырос. Allah şifasını etsin. Yine ne yapıyorlar? Bizden taşkarı kayırlarda davalı etkensinler yani. Üyüle kaydı o zaman? Pahtı bu. Özümüzü anca bu ayet eder. Hani naşı, mesleği kayırlarda davalı etkensin. Ötkeli, Sanpi'de yok. Sanpi'de yine. Masaj alıp yok. Masaj alıp yok. Bir yerde uzgarış yakışırken
Yaxşı. Yaxşı olar. Allah şifasını versin. Dəy babamız zərərləyin. Hop.